Круг почета в честь отмены запрета на вождение для саудовских женщин дала в воскресенье Асила Аль-Хамад, гонщица и первая женщина, входящая в правление Автомобильной Федерации Саудовской Аравии, а также в комиссию мотоспорта, основанную руководством Формулы-1. Асил присоединилась к инициативе автомобилестроительной группы Jaguar Land Rover объявить 24 июня Всемирным днем вождения. Под хэштегом World Driving Day компания предлагает всем желающим поделиться воспоминаниями о запомнившихся моментах за рулем. «Я побывала на треках в самых разных частях света, но сегодня впервые в жизни веду автомобиль в родной стране. Если у вас есть мечта, вы можете ее осуществить. Надеюсь, мой пример вдохновит других женщин». В рамках этой инициативы группа Jaguar Land Rover намерена разрабатывать средства обеспечения мобильности.